Мариэл в лидерах по росту промышленного производства среди регионов России. По итогам 5 месяцев года Республика Мариэл на 2-м месте по темпам роста промышленного производства. Лучший показатель среди регионов России продемонстрировала только Тульская область. В тройке регионов лидеров также Республика Алтай. Данные о социально-экономическом развитии субъектов опубликованы Росстатом. Индекс промышленного производства в Мариэл в январе-мае составил 127% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Это один из лучших показателей развития среди регионов России. Рост промышленного производства в 27% обеспечен в первую очередь агропромышленным комплексом, производством и переработкой мяса и птицы.